От фонаря немного засвечивает, плохо видно. А? От фонаря засвечивает, плохо видно. Вот так. Потом, чтобы нормально сидел, ровно к стене. И провода, чтобы не угадать, да? Примерно видеть, куда идут. И чтобы вообще проблем потом не иметь с этим делом. Не хочется. Как? Знаешь. Штоковский набор у тебя новый? Нет, это не новый, это я когда это здесь они разыгрывали, я тоже поучаствовал, выиграл. Сколько уж давненько, а прилично по времени-то. Но он обычненький, простенький наборчик, то есть без этого. Это наоборот. Все лишнего и ничего. Точнее, ничего лишнего и все по делу. Ну, не все. Так. Ты напругу-то проверял, снят или нет? Проверял, конечно, что думаешь? Под напругой бы так борзо бы лазил, что ли? Вдруг только проводимость маленькая. После дождика-то на улице. А так, да, ты мне? Ладно, я тебе припомню, зараза. Полезем, мы с тобой в следующий раз считывали, я тебе припомню. У кого там проводимость маленькая, у кого большая. Уже не сдается. Наш голову уже говорит. Что-то никто. Маркер пойдет, я видно? Да нет, вот я обе точки вижу. Прекрасно вижу. Буча. Да я вот подальше отойду. А то, чтоб осколками не зацепило.
наш голубый верняк, пощады никто не желает. Петля, обычно тут немного функционалки, да? Штаночки у меня. Ну, с бетоном много функционалки. Толка от них нету? Нет, почему толка? От них всегда есть, да? Ну, в смысле, или крошки тебе держат тут? Распирает их. Не крошится, да, как кирпич. Че? Вообще я буду. Лишний раз. Добро-то переводить. Ты крутишь обычной отверткой, не по зидрайвам. Саморезы вроде под позидрайв идут. Нет, это позидрайв. Позидрайв? Да. Это вот как раз две у меня лежат, что отдельно идут. Я их и использую для этих целей. Чтобы грани не срывать на таких шурупах. Да. Они же, видишь, позидрайв как? Он же имеет и другой градус наклона. А в штоковских наборах ни в одном, ни во втором нету позидрайва. Хотя в отвертке с динамометрикой там есть позидрайв, но он не обычный, а FL. То есть там под плюс-минус отвертки. Угу. Вот. Поэтому их приходится использовать. В общем-то все.